Милая, я дома. Любаш, а чё ты меня не встречаешь? Люба! Люб! Алло, Антох? Да? Ну, моя, походу, свалила, все. Можешь заваливаться, посидим, как планировали. Девчонок? Да, бери девчонок с собой, конечно, классно будет. Домой. Давай, все, жду, пока. Алло, Антох, давай перенесем все. Что-то голова разболелась жутко. Дома сюрприз был. Ну все, пока. Диви! Сегодня вот солидарен полностью. Здравствуйте. Какой цвет будем делать? А давайте на ваше усмотрение, я вам полностью доверяю. Хорошо. Это слишком красный. Слишком. Это слишком, как у моей подруги. О, а это вообще кошмар. Это девушка. Да что вы хотите? Да я же сказала, на ваше усмотрение, на что непонятного, а? Хорошо. Все. Подружка мне такая, чё ты? Я теперь в ваш салон все время ходить буду. Ну, спасибо. До свидания. Любаш, смотри! Крокодил, крокожу и буду крокодил. Аркаша! Вот ты дебил, ты дебил! И буду дебилить. Аркаш, на работу иди. Понял. Флайеры. Я крокодил, крокожу. Аркаша! И буду крокодить. Блин, а вдруг он ушел навсегда? Вдруг он вот сейчас ушел и больше не вернется? А вдруг я себе больше никого, кроме него, не найду? Мысли я никого себе не найду. Да я вообще, да я супермодель Инстаграма. Да я найду себе кого угодно. Да мне в директ приходит по 500 сообщений, выходи за меня замуж. Он же прям ушел. Взял и ушел. А что делать? Господи, да ушел и ушел. Да кому он нужен с таким дерьмовым характером? И мне он не нужен. Да я вообще самодостаточная женщина. Всего, до свидания. Звонить. Алло. Алло, Люб, что купить-то ты сказала? Аркаша, я же тебе сказала, купи молока, я тебя звоню. Подари. Трубки бросаешь. Ну все. Я же говорю, характер дерьмовый и память дырявая. Дебил. Саша, у нас же скоро годовщина. Я хочу, чтобы мы сразу обсудили, что мы будем друг другу дарить, чтобы не было как в прошлый раз. С годовщиной. Да, давай обсудим сразу, чтобы не было как в прошлый раз. С годовщиной. Спасибо. Спасибо. Я хочу, чтобы ты подарил мне что-нибудь очень красивое. А я хочу, чтобы ты мне подарила что-нибудь очень презентабельное. Договорились. Покажите мне самые презентабельные часы, которые у вас есть. Дайте мне самое-самое красивое кольцо в мире. Привет. Привет, а что ты тут делаешь? Я кофе пью. А ты что здесь делаешь? Подружками встречаюсь. Ладно, увидимся дома. Увидимся дома. Пока. Любаша, как ты и просила, самое красивое в мире открытка тебе. Как ты и просил, самые презентабельные носочки. Спасибо. Вот смотри, я красивая, умная, интересная и талантливая. Смотри, талант не выронил. Ты такой смешной у меня. В связи с этим у меня квестион. Почему он не звонит мне первый? Почему я должна звонить? Может быть, он знает, что я твоя кися, и ему неудобно? С другой стороны, это что за каменный век? Может быть, я должна дома сидеть и даже не голосовать? К тому же, последний раз, когда мы виделись, он сказал мне, что мы обязательно должны увидеться на следующей неделе. И не звони! Господи, Луиз, да позвони ты этому стоматологу сама! Луиз, ну что ты орешь на меня? Я что, совсем дура?
забыла. Кись, позвони ему сам, запиши меня. Алло, Артур Вартанович, завтра моя приедет пломбу поменять. Луиза! Чего у тебя там с пломбой? А ну покажи иди! На маникюр сходить. Хотя я еще недельку походить смогу. Готово, спасибо. Какой хороший! Бонжур, мадам, позвольте вашу ручку. Здравствуйте. Показывайте ручки. Вы знаете, я просто очень давно не была на маникюре. Да ничего страшного, не такое видали. Все хорошо? Все, исправим. Все, готово. Ну супер, спасибо, делов-то. А то люди такие нервные, просто кошмар. До свидания. Каждый раз, когда вы долго не бываете на маникюре, плачет один мастер. Ходите на маникюр почаще. Папи, ты меня не любишь. Почему? Потому что мы нищие. Луизочка, мы очень богатые. А почему у меня тогда телохранитель? Ну, потому что твое тело нужно охранять. Ты меня не понял, почему у меня только один телохранитель? А сколько тебе надо? 4. Так. Ну смотри, у меня есть телохранитель. Мне нужен еще винохранитель, сумочка-хранитель, тупик-хранитель и лица-хранитель. Чтобы когда я просыпалась, у меня не оставалось отпечатков от подушечки на лице. А мозга-хранитель тебе не нужен? Точно! Потому что я очень умненькая. Именно поэтому. Займешься? Папе, у меня есть... кое-чего хранитель. Мой любимый кое-чего хранитель. Сейчас, подожди. Займусь, я сам приду. Лиз, ты будешь мной гордиться. Что ты опять натворила? Глупенький, ну почему сразу натворила? Просто мы встречались с подруженькой. Уже плохо. Перестань, мы разговаривали про отдых. Я говорю, мы едем на Мальдивы. Она мне говорит, Мальдивы это дно. Я говорю, хорошо, тогда мы едем на Бали. Она говорит, Бали это же отстойник. Я говорю, тогда мы едем в Таиланд. Она говорит, в Таиланде чилят китайцы. Я говорю, тогда мы... Ближе к делу. Я же у тебя умненькая. Она моя близкая подруженька. Поэтому она мне за какие-то копейки всего-навсего за 100 тысяч продала 2 билетика. Челябинск! Мы едем в Челябинск! Пись, не вижу радости. Ты меня совсем не поддерживаешь. У нас с тобой нет коннекта. Я тебя поздравляю! Это пиздец. Нет, ты что, меня не слушаешь? Я же говорю в Челябинск. Это одно и то же. Да? Ты так хорошо знаешь географию. Ты, Аркаша, мы в бассейне, наконец-то, ура! Ага, ура! Я плавать вообще-то не умею. Аркаш, ничего страшного, просто у бортика постоишь, пойдем. Аркаш, видишь, ничего страшного. Любаш, ты помнишь, какой сегодня день? Какой? Ты что, забыла? Вообще-то мы идем сегодня на ужин. Точно, Аркаш, прости, пожалуйста. Иди собирайся. Все, дай мне минутку, иду. Давай. Я готова. Люб, мы идем на ужин к моим друзьям. Ай, господи, ща! Ну вот, другое дело, а то вырядилась. Опозорить меня, что ли, хочешь? Пойдем давай. Вот тебе. И друзья твои. Что? Ничего. И вот и идем, ждут нас. Пойдем, друзья мои. Дебил. S-O-S, I'm a joke.